Перед вами медная монета 5 рейхсмарок, 1944 год. На реверсе монеты изображен танк башней влево, надпись готикой 5 рейхсмарок и надпись Deutsches Reich. Гурт монеты гладкий. Изготовлена монета на медном кружке. На аверсе монеты вы можете увидеть портрет рейхсканцлера Германии Адольфа Гитлера. Портрет повернут вправо. Более детально о этой монете и многих других интересных монетах, банкнотах и наградах вы можете почерпнуть, посетив наш блог «Мир коллекционера». Ссылку вы видите на своих экранах. coinsrussia.blogspot.com